сейчас есть ощущение в массах, что что-то приходит в порядок. И там в ООН, Ахмадинеджад ушел. В массах, я говорю, то, что в массах происходит. И я спрашиваю себя, нас, действительно ли есть наше воздействие, влияние на то, что происходит, может быть? Что это устроится? Ну, наше влияние. Каждый хочет сожрать другого. Смотри, что происходит в Сирии. Просто едят, не просто так словами, а едят. Ну, что у тебя так? Как это организуется? Работа, которую мы делаем, влияет ли это на мир уже? Есть такое ощущение. Без сомнения, влияет. Но в том, что Ахмадинеджад стал мягче? Да, он стал рухани, духовным более. Духовный. Стал духовным, да. Ну. Да, вдруг он говорит о таких вещах, которые мы никогда не слышали, что он не отрицает еврейскую катастрофу и так далее. Говорят, что что-то происходит, может быть, хорошее. Это происходит что-то хорошее. Хорошее. В кавычках. Знаешь, мы становимся глупее. И все. Только так. Это как с Турцией. Сейчас уже более хорошие отношения, слава Богу, та-та-та, можно ездить. Как будто он изменился. Никто не меняется. Не ищи, что наши исправления будут в таком виде. А что вы видите? Что вообще должно произойти? Что, катастрофа? Согласно тому, что вы сейчас определяете, вы говорите, намного хуже будет. А что будет? Я не хочу, чтобы была катастрофа, но я не думаю, что есть пока что уже изменения в лучшую сторону в международных делах, в политике, экономике, финансах и всех этих вещах. Нет. Нет тут ничего в лучшую сторону. Ты увидишь скоро, американцы снова дойдут до своего долга, снова вырастет. Уже другие государства тоже начинают уже принимать. Оставь, это не наши дела. Ты понял, что такое истинный пророк? Чем больше мы приблизим методику исправления к простому человеку, простому гражданину, чтобы показать ему, что это просто ответ на все его материальные нужды, и нет у него ничего, кроме этого, то еще только с помощью объединения мы придем к построению такого общества, что мы сможем решить наши проблемы экзистенциальные. Если наука Каббала помогает нам, в чем она помогает? Светом, возвращающим к источнику. Светом она помогает нам. Она помогает организовать общество, внутри общества построить такие отношения, что мы дойдем до всего, до уверенности, до здоровья, и до воспитания, и до чего ты бы не хотел. До всего. Потому что свет, он абстрактный, и он наполняет у тебя все килим, все пустоты, которые тебе нужны. Даже материальные. То есть, если эта методика сейчас опускает у тебя свет, который наполняет у тебя все плоскости, это называется истиной.